Съела. Сегодня мы будем пробовать деревенский самогон. Я бы сказал, что это даже горько. И... Давай, я погнал. Давай. Ехать надо. Давай, увидимся, братан, завтра. Давай. Нихуя, гля, что-то застучало у тебя, пиздец, нахуй. Блядь, глуши давай быстрее, глуши. Нихуя себе, гля, он стучит, нахуй, гля, гля, гля. А, блядь, сука. Thank you.
Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Вот, купил себе мыло для интимной гигиены. Вот оно, мыло. Поможет вам избавиться от морщин, вшей, прыщей. Сделано в Крыжопле. Мыло жопное. Я не могу. Gud förbannat illa, vad jag sa åt dem! Хочешь большой, но чистой любви. Так, свободно, ступай. Не видишь, играем. Здравствуйте. Информационный час продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. В Вахитовском районном суде рассматривают дело о краже уникального ретро-автомобиля. Mercedes-Benz сборки 1937 года стоимостью в 1,5 миллиона евро был похищен из гаража известного коллекционера Камиля Шайдарова. Злоумышленники разрезали машину и сдали в металлолом за 18 тысяч рублей. Как будто хороша, ты балдзи моя душа, никогда не унывай, песню напевай. Жизнь как будто хороша, ты балдзи моя душа, никогда не унывай, песню напевай. Thank you.
Я, кстати, тоже не женат. А-а-а. Любите это дело? Выпивать, что ли? Ну, нет, ну вот это. Бухать, в смысле? Нет, ну вот это. А, еще? Водки жахнуть, что ли? Ну, смотрите. Ну, вот это дело. Ну, что, пить в разных позах, голыми пить, бухать с куклами, выпивать, что ли? Выпивать? Да. Бухать любите? А, это, не, я вообще не пью. Я секс люблю.